トトト今だよ君の力を僕にちょうだい。あ、二人で一緒に行こう。溢れ出したエロスは一つとなり世界を目指す。Это был далекий 2017 год, ноябрь 21 числа. Тогда вышла последняя серия South Park, и тут Ворм пропал. Где он был все это время? Что он делал? Чем он занимался? Он просто обленился и нихера не делал. И вот, в общем, всем привет! С вами Ворм, это игра под названием South Park Fractured Butthole, которую мы продолжаем наконец-таки проходить спустя 4, сука, мать его, месяца, да. Я обленился, делал только стримы или спал, иногда ел, ходил в туалет, писал, какал даже. Да, я это могу делать и практикую время от времени, но не суть важно. Мы продолжаем проходить игру, окей. All right, you ready to go to see Freedom Pals with me? Okay. И идем мы за Баттерсом к его борцам за свободу, чтобы проверить, ну, встречаемся с профессором Хаусом в доме Баттерса, чтобы продолжить прохождение данного сюжета. У нас прокачка здесь довольно-таки большая происходит, мы уже 565-го, грубо говоря, уровня, артефакты вкачаны почти на самую мощь, вот я могу даже поставить новый артефакт. Почему я могу его ставить? Потому что у меня его нету. У меня вот он есть, он уже вставлен. А сюда я вставить его не могу. Окей, хорошо. Пошли. Так, Баттерс, дорогу мне дай. You're about to enter the chamber of chaos, new kid. There's no way to unsee the horrors within. Напугай меня, давай, конечно. Так же. Малолетка. Ты в толкан? Ты серьезно в толкан меня ведешь? Не, пошел ты в жопу. Я сначала обследую твой дом. А, я это уже все обследовал, хорошо. Окей, мы идем в толкан Баттерса. Замечательно. Нет? Это не толкан. О, боже. I just been hanging out with my new friend and You didn't come home last night, Butters. Your mom and I were worried sick. We could barely enjoy the movie we were watching. I'm sorry, Dad. I just my new friend. It's really mean to Sorry's not gonna cut it, mister. And you, what's your name? Я ничего не скажу. Пошел в жопу. You gotta say something. You don't understand. I asked you a question. Who are you? Я не умею разговаривать, заебал. Please don't do this. That does it. Butters, you are grounded. And so is your smart-ass little friend. Чё, ты слышишь, ты тебя охерел, что ли? And so Professor Chaos was locked away forever in maximum security. Ты дурак, Баттерс. Huh. Well, I guess I'm since we're teammates now. Looks like I'm grounded. I'm grounded again. Что? Что происходит? So is my new friend, or I'm grounded. Плащ приспешник. Господи, что происходит в этой игре? Ты заебал. Эй. Так. Что мы можем? Мы ту штуку взорвать можем. Минус ракета. В смысле, не взорвать? Что-то другое надо, да? Нет, выхода, говорит. Что, в хомячка может быть пернут? Нет? Да, если что, я давно не играл, я не помню, что там можно сделать вообще. Это один нахер. Господи, серьезно. Я не могу залезть на его же кровать, охереть можно. Аэрофольга приспешника. И хомяк сам нужен еще, окей. А может, мы сейчас хомяка этого впустим просто и все. Стой. Ты возьми вот здесь. Во. Так, это будет странно на самом деле, если использовать хомяка таким образом. Летчик-испытатель. Собрал ингредиенты, что дальше? Изготовь летучего приспешника. Серьезно, он в крафте будет, что ли?
Невыполненный план профессора Хауса по наведению ужаса в небе. Окей. Так, а что мы, кстати, еще можем сделать, интересно? Костюм меломана? Пусть будет, почему нет? Уровень мастера же нужно докачать все равно, правильно? В любом случае. И колонки перепечатаются нормально. Так, стой. А я могу сделать, кстати, артефакт, который вот, мне не хватает, которого такой прям шипок квадратненький весь? Судя по всему, нет. Скрытый клинок я почему-то прокачать не могу. Ну ладно, хер с ним. Так, изготовил, что теперь? Сбеги из дома Баттерс. Как? Модник-энтузиаст вкачано. Во. Так. Я думаю, сюда надо выбросить. Да? R? Электрический. Вот так вот. Есть соответствие. Ну, анальное безумие, что... О, блядь, ну ёбаный в рот, опять жопа. Ну нет, ну сколько можно шуток про говно? Фу, ну это мерзко. Не надо. Не надо. Не надо, Баттерс, я тупой. Нажми, держи S, чтобы накопить заряд, затем... Фу, ну... Ну сколько можно шутить про говно, ну? Теперь мы, короче, можем провода ломать, да? С помощью... жопы и хомяка. Какой же это бред? Слишком много про жопу шуток. Про шуток про жопу придешь. О, это его девушка из Канады, которая... Че пошли-то? И че мы сюда приходили? Чтоб тебя заперли? Я не понимаю, зачем мы сюда пришли, чтоб... Зачем? But that's impossible. I grounded you. How could you be here right now? It wasn't me, Dad, it was a new kid. You have some kind of ability to ground people? Да, я такой, я крутой. Whoever you touch becomes ungrounded, is that it? Your evil magic is not welcome here, darkling. Что, драться бы? Баттерс dead. Will be dead. Окей. Картман Кайл. Кто там у нас еще есть вообще? Картмана на кого я могу заменить? Ух, сколько персонажей у нас уже доступно, ну. Могу его поставить, инструмента? Недоступен, типа, считается, или что? Вот ее поставлю, окей. Хил будет вот так вот, окей. Все, эскейп, эскейп. Начать бой. Готов! Готов! Вау. Союзники не смогут вступить в бой, пока будет не отменено их наказание. В этом бою твоя мощнейшая способность заменена способность снять домашний арест. Окей. 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 Аннулировать ход врага давай. А, не могу? Не могу, окей, ладно. А, вот это имеется в виду? Помиловать. Да что ж я в управлении путаюсь. Так, C отмена, спускайся вниз. Теперь нолик. Пробел. Нет, уже не наказан. Так, змей. Змей, давай-ка лазерами херач. Он жирный, я смотрю. Пью-пью-пью. Ой. Так, а мне теперь надо со всех снимать, типа? В смысле? А я не смогу всех переместить туда, вы чё? Он сейчас долбанет больно, походу, да? Блин, я думал, он всех вокруг, на самом деле, выводит из этого состояния, но только одного. Баттерс больше наказан. А, скорее всего, он как раз накажет сейчас. Так, а чё вообще у нас есть у профессора Хаоса, кстати? Выстрел концентрации Хаоса вводит врага в замешательство, вызывает шок. То, что нужно, мне кажется. Ох ты. Хера себе у него способность.
Butters, you're wasting electricity. Oh, yeah, I guess so. Так, отхилить нужно Баттерса еще. Вот так вот всех. Enjoy. Наслаждайся. Back in business. Мощнейшая способность готова. Арест, да. The new kid can't be grounded. It's like a miracle, you guys. God damn it. Баттерс. Who will I ground next? Maybe all of you. Так, ну не надо юзать, короче. Игра сейчас подвисла, что-то даже непонятно почему. Так. Я даже не знаю. А, ты сейчас своей лазеркой херачить будешь. Давай, Кайл, ты сможешь. Так, окей, нолик. Ну, погнал, давай. Я же выбрал, ну. Покажи, что можешь, Кайл. Я верю в тебя. Какой же ты, блядь, косой, Кайл. Ебать, Кайл, что за нахуй сейчас был? Кайл, какого хера? А, ну поджог хотя бы чуток. Так, допустим. Не-не-не-не. Значит, на здоровье антидот сыворотка оживления. Окейшки, Баттерс пришел в себя. Баттерс даже ходит теперь. Выстрел молнии, давай. Неплохо так жарит. Красавчик. Кайл, отхиливай. Только я их выпустила. Минус Баттерс опять, только я его, сука, воскрес. Короче, иди в жопу, я тебя сам отпизжу. Заебал. Нет, чувак, меня от не накажешь никак. Короче, иди нахер. Кровотечек. Ты промазал, чувак. Ой, нет, 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 ау! Now that's some discipline. Any of you been swearing? That's a grounding. No, sir, we aren't doing any of those things. Так, он умирает в итоге у нас или что, кровотек? Сколько у тебя хп осталось-то, слышишь, батька? Так, у него еще 700 хпшечек. Это плохо. Надо так Кайла все-таки выводить. Я даже не смотрю на него. Типа, заебали, блядь, дауны. Сука. Я надеюсь, меня не убьет. Все, вот хер знает на самом деле. Butters, this is your fault. Hold still, damn it. Now you ready to straighten up and fly, right? Who will I ground next? Maybe all of you. I'm sure I'm sorry about this, fellas. Are you delinquents happy now? Хулиганы довольны. До нее я все-таки не дохожу все еще. Давай давно ход тогда используем. Я дурак, да? Надо было сначала пройти, потом использовать. Или нет? Butters, if something doesn't happen soon, you're double grounded. Your parents will hear about this. Падок сил. Вот теперь дохожу. Теперь на тебя юзаю. Thanks, new kid. Hey, you're supposed to stay grounded. Все, пизда тебе, короче. I'm about ready to detonate some social media accounts. Мы тебя заспамим, урод. Операция F17.
This is what happens when children aren't disciplined at home. А мы же ее летучую не видели, да? Я этого не помню. Все, короче, до свидания тебе. Пока. Отец с отцом лежат вместе. Нет! Ненаказуемый Баттерс. Что за бред? Типичный соус парк. Теперь заблокируем проход, я смотрю туда, да? Уроб. Тупой. Поганый. Сука. Пидор, бесишь меня. Наказать меня пытался. Ага. We must go now and infiltrate the Freedom Pals base. Meet me outside the Freedom Pals school for the gifted and talented. Окей, профессор Хаус теперь в нашей банде тоже, окей. А боремся мы против кого? Против Губёши Картмана, да? Так, как-то больше проще доехать будет. Отсюда. Собственно, да. Эй, Джимми! Hey, new kid, where to? Сюда вот, дом Токена. Отсюда, от кофейни Твиков тогда давай. Я ж правда тоже флэш, типа, но, типа, не сам флэш. There you go. Вот так вот. Что ты на так смотришь? Что тебе интересно? Ты кого назвал fuck you, motherfucker? Слышь ты, урод. Thanks for your service, vigilante. Пожалуйста. Вся рад тебя отпиздить, урод. Гнида. Что-то меня прям выбесило меня. Dare you bring order to chaos, hero? В смысле? Я же сам за хаос. Стоп. Да, что ж ты. Преимущество в бою, но ладно. Что за музыка, не знаю. Так, давайте так сделаем. Я бы пройти вот сюда вот, было бы классно. Я сейчас так и сделаю. Всех четверых. Ничего. Отстойный супергеройский костюм. Так, что там? Травмирует. Засун в ярость. Ударяет, замедляет. Почти добило даже. Неплохо. Че, подожжешь меня, типа, да? Думаешь, я боюсь, что ли? Я ща похеру, понял? Достанешь до меня? Отлично. Я же говорил, мне похер. Так, Баттерс. Добей этого мудака, если сможешь. Это вообще не бьет, что ли? Просто шок делает? А, черт. А, он отлично своих херачит теперь. Нормально так. Ты нормально ты? Хаос мочит хаос. Что за бред вообще? Что за дичь? Мне кажется, он минус уже. Хочу посмотреть, у хаоса, кстати, мощнейшая способность, но мне кажется, я не успею. Ну, не успею. Так, давай, покажи-ка свою способность мощнейшую.
Приводит врагов в ужас, повергает их в шок ударом гигантского молота. Хо-хо-хо-хо. Неплохо. Пошел отсюда. Прикольно, прикольно, способность у него. Довольно мощный, все такое. Так, я по идее могу эту штуку как-то сдувать же сейчас, да? С помощью этой. Да, есть соответствие. Бедная моя жопка. Сдули Лего. Совершили великое дело. А смысл у меня не активирован? В смысле, а почему был не активирован раньше? Очень странно. Мастер скороход 34. You made it. Ну да, я made it. Ow. Here it is. Freedom Pal School for the gifted and talented. This way, do-gooder. Я тут недавно был, и у нас тут все плохо закончилось. А! А, мы же теперь можем эту штуку делать, да? Ah, so that's where their secret door is. Ha! They think they can stop Professor Chaos with a terminal thingy? I can hack anything! Такой грустный стоит. Come here, little minion. Не. Ужас. Бедный хомяк, он исчез даже. Вау. Да-да-да, вот это понял база супергероев, не то что у Картмана. Привет, Мистерио. What are you doing here? Oh, hey, hey, Mysterion. Well, we were just hoping to speak with Dr. Timothy. Dr. Timothy. The new kid wants to switch franchises, and I told him I'd help. Hey, new kid. Thought you might end up here. They're here to spy on what Timothy is working on. I say we rip him to shreds. Calm down, everyone. Let's hear what they have to say. Oh God, it's him. This is a fairly shocking change of heart for you, Professor. You really wish to help the new kids switch franchises? Well, yeah, you know, we just thought that, you know, your franchise seems a lot more open and progressive. But, you know, we just thought he should switch because Coon and Friends kind of isn't going anywhere. Oh, God, see, the new kid came to me and said, how do I quit Coon and Friends? And said, I hate Coon and Friends. Не пизди, я ничего. You get anything? The aluminum foil on his helmet seems to be blocking my abilities. Don't trust them, Doc. They can't see what you've been working on back there. What if the new kid really wants to switch? We can see if the new kid's intentions are pure. Чего от меня хотите опять? We're sending Tupperware on a very important mission today. You can help him with that mission. Контейнеры? I don't need backup, especially not a noob. Easy, Tupper. Ты кого нубом назвал, слышь? The Freedom Pal's motto. Yeah, retribution, but with inclusion. I'll send you the details on the mission. When you get there, we can begin. In the meantime, I must get back to my work. Что ты там делаешь? Работает он, ага. Сид играет в планшет, наверное. Hey, new kid, we've got that counseling appointment with Mr. Mackey. Meet us at the school as soon as you can. I'm so nervous. Окей. Окей. Greetings, fellow Coon and Freedom Pal. Play Carbon Mach 5. You gotta prove yourself before we can do that, new kid. Thanks for helping with my dad, I really appreciate it. The professor will gladly selfie with his new selfie с Баттерсом. Окей, эмоцию, как там у нас? Стандартная эмоция, да? Новый подписчик Баттерс, окей. Yippee! Not so fast. Prove that you really want to be here. Кен, иди нахуй. Чё тут продается? Костюм кобры. Что это такое? Браслеты, господи, капюшон кобры. Глаза кобры. У вас есть здесь артефакт мощный? Фу, что это такое? У вас нет здесь артефакта, нужного мне. Слышь, Кенни. Я понимаю то, что ты Бэтмен и все такое, но... Пошел в жопу. Компы у вас дерьмо тоже. И ты, слышишь, с коробкой на голове. Тренировочная зона? Че?
Планшет, чё? Сделано неплохо, кстати, прикольно. Так, а чё мне надо? Мистер Маки, да? Ага. Терапевтические войны и сама сюжетка. Ну, давайте, думаю, сегодня сделаем еще терапевтические войны, посмотрим. Блять, нам надо отсюда выйти. Да, кстати, в домашнем аресте в таком доме сидеть, это я бы не отказался тоже. Это не наказание. Это скорее поощрение. Так, окей, едем тогда на терапевтические войны с мистером Маке. Джимми, я сменил сторону, но ты все равно же работаешь на меня, правильно, да? Асом! Я говорю ему, что сменил группу, он такой, асом! Отлично, круто, классно все. Все замечательно, все хорошо. Спасибо. Увидимся, да, давай. Okay, new kid. Apparently, Tweak and Craig have agreed to some counseling together. Okay. Could you meet us at the school? Thank you. Oh, hey, new kid. The boys and I are in the gymnasium, okay, for some therapy exercises. Так, гимназия здесь, да, вроде? Да, Джим. Джим, гим, гимназия. Hey, new kid, come on in and have a seat. Допустим. Okay, apparently we're having a little quarrel. Okay. Okay. Craig and Tweak have agreed to some counseling as long as you're present, new kid. Okay, so now Craig, what do you want to say to Tweak? I think he has some stuff he should say to me. Okay, Tweak, you want to start, maybe? I have nothing to say if that's his attitude. Okay. Okay, well maybe new kid, maybe you should share some of your. Я не тот человек, который будет что-то говорить. Okay, well, you're going that well. Okay, boys, I want to do an exercise with you. I have some kids here to help us out. We're trying to have some therapy. The first thing we need to do is take out our resentments, okay? So, let's have our resentments come out. Come on out over. Come over, resentment. Okay, and then, in a relationship, we also have expectations, okay? Because expectations lead to resentment, which, of course, brings about accusations. Come on out, accusations, okay? And then that all, of course, leads to victimization and withdrawal. Now, you've got to learn to overcome all of these things, okay? Are you ready? Модераться будем, что ли? Go fuck them up! There they are, right there, Tweak! Go beat the shit out of them! You too, new kid! Какого черта? Вы что делаете, блядь? Что это за нахер? Ладно. Окей. Let's dance. I mean, not literally, because I don't dance. Let's punch. Go nuts, new kid! Let's punch. Так, окей. Даже вот так вот сделал еще. Блин, а вниз я не пройду, да? Не. Вот так тогда. Хотя бы. Так, у тебя что? У тебя вот такая штука есть. Ой, далеко бьешь-то как. Вот так вот. Get some revenge on that shit, oh yeah! How can you be so deaf? Microaggression! Глухих не любишь, да? Микроагрессия, сука. Whoa, crap, no one likes victimization! Hey, you leave him alone! Take it easy, Twig. Минус один. Изи. You never say how you really feel! Минус второй. Expectations doesn't go down that easy. There's always more expectations. Чё, блять? Oh, oh God. Ah! You boys have to work together if you're gonna eliminate all of those expectations, okay? Tweak, he's right. Huh? We're only going to get rid of these expectations and everything else if we do it together. Craig. Yeah. Let's do it, Craig. Что? Чудо тви... Что за... Что, у них поменялись аватарки? Что за нахер? Окей, заряжены. Типа групповое комбо сейчас будет, да? Окей, допустим. Окей.
Яой. Блять. Твою мать. Yeah, I saw that coming. Did someone call for a fist in the face? Я даже это комментировать не могу, господи. Это прекрасно, это просто прекрасно. Hey, I got rid of expectations. Oh, another bitch move from withdrawal coming right up. Think of a warm breeze and a hot chick in a bikini. I can't read your mind. Ожидания, вы никому не нужны. Ого. Блин, я не попадаю никогда по нему. И что делать обморожение? Я ход пропускаю, серьезно? Ах ты ж сука. Down, ну-ка, Твик, давай покажи ему. Жестко на самом деле. О, триумф сердца, отлично, артефакт, который мне как раз нужен. И анкета чудо Твика и Крейга. Замечательно. Okay, we'll just come back anytime you need counseling, okay? Сам их помирили, что ли, получается? That's it. Thanks for all your help, new kid. Ну, пожалуйста, наверное. Yeah, fuck you, expectation. Thanks, new kid. We have a lot of work to do, but I think we both want to do it now. Со Спарк. I'll get you your laptop. It's our laptop, Tweak. Один ворм такой в ахуе стоит просто. Тупые ожидания, пошли вы в жопу. Так, ладно, хорошо. Так. 665. Скрытая мощь открыта достижением. Хорошо. Так, сколько у нас там прошло? Полчасика, да? Ну, думаю, пойдем теперь сюжетки еще. Еще давно не был Соус Парка, думаю, серию побольше можно сделать, чем полчаса. Правильно? То будете потом плакать, то, что вам не делает видос. Правильно будете на самом деле... На самом деле будете правильно делать, но... Вот. Надо же. Раньше не замечал этот рюкзак. Так, Джимми. Отвези-ка меня... Фест хочу, да. Нам нужно в дом престарелых. Спасибо. Тынс. Очень медленно ходишь, девочка. С петлями 25 я хожу гораздо быстрее. Hello, kid. I could really use a hero right now. My tutoring business seems to have attracted the attention of a competitor. Чё? I hear you in there, ho. Come get this ass whooping. This my rock. Could you come by for a teensy moment and help me handle this? Thanks, Daddy. Дэдди? Какой нахер Дэдди? Что происходит в доме Картмана? Блин, мне интересно, что происходит в доме Картмана. Я пойду посмотрю. То есть сюжет оставляем, короче, на следующую серию. Сегодня побочки делаем. Это просто реально интересно, что там происходит вообще у нее. Вот, могла бы на самом деле пораньше позвонить. Чтобы я не мотался туда-сюда. Джимми не отвлекал бы от его работы сложно. Все-таки инвалид. Зачем его напрягать? Лишний раз. Что такое? Почему я блюю? Что это за машина? Почему меня блевануло? Я же тоже спидстер. Почему я боюсь таких нагрузок скоростных? Что это блестит? Что ты мне подсказываешь? Я везде знаю. Я знаю? Что ты меня учишь вообще? Полотенчик.
Я гораздо умнее, чем ты. Ты о чем? Диабет. О! Вот это мне тоже нужно. Перевернутый лотос. А это что? Костюм здоровяка. Окей. Кто этот учитель вообще? Знакомая тачка на самом деле какая-то. Я помню, она где-то была в мультике. Точняк, да. Чё? Fine, I'ma fuck you up. Then I'm gonna take this desperate housewife-looking bitch and put her to work for me. Know what I'm saying? Сути... Чё? А чё, я один буду? Ну давай я плюх сутенёру. Серьёзно, я один буду? Ну ладно. I'm gonna get up in your guts. Use that strong hand to convince these ladies to work for you, daddy. Что? Что? Очарую впечатлительную даму? Чё? Что происходит? You about to be a bitch's bitch. 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 Those women are strong. Y'all fight amongst yourselves. Oh, bitch. Fuck that. You gotta lay that slap on these women to show them who's boss. Come on, bitch. Show who is bitch is bitch. That ain't professional, dog. Come on, bitch. Give this bitch your bitch. Бич! О, нет, бич. What are you doing, bitch? Oh my, be careful, daddy. I'm gonna fuck you up, nigga. Nigga. You going to a better place, baby. Bitch. Baby bitch. You sure know how to charm a woman. Да, я умею очаровывать женщин. I'm about to kick your ass. Так, 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 эй, 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 эй. Ау! Are you just going to take that, daddy? Slap him to show what a great daddy you are. Я его могу шлепнуть, у него иммунитет, окей. So violent. Чёрт, надо пропустить её. I know you can take the rough stuff, daddy. Daddy. Шабушечка. Ням-ням. Так, покажи-ка, бич, что ты умеешь. Отлично! Красава, моя девушка. Тетка, шлюшка, моя шлюшка. Моя девушка звучала как-то неправильно. Моя бич, моя шлюшка. Сила сутенера, прикольно. Oh, daddy, thank you so much for laying your pimp hand down. Let's take a selfie with our new family. Что? В смысле новой семьи? Ёй, ладно. Sure, daddy. I'll take a selfie. Ну ладно, селфи, я не против селфи. Новый подписчик. Ну, хотел бы я так на ютубе подписчиков набирать. Okay, daddy. Family picture time and shit. Какой-то бред, сука. Thanks, daddy. Now can I get to work? Oh, daddy, we're gonna be such good earners for you. Что? Fuck yeah, let's get this money, bitches. Hey, ma'am. Yes, sweetie. Why is there a dead pimp and prostitutes in the house? Oh, they're just your aunts and uncles, honey. Okay, why is Butthole here? I left some sugary snacks in the kitchen for you, sweetie. Я твой папа, okay, Катман. Ma'am. Keep getting those followers, Butthole. А, окей. Да, все нормально. Что за бред? Daddy wants a selfie. Daddy gets a selfie. Мы с тобой же делали селфи вообще или нет? Я не помню. Делали уже, окей. Что ж, ну вот как-то так у нас это все вышло. Думаю, на этом можно заканчивать уже потихонечку серию. В следующей серии мы отправимся уже по делам освободителей наших. К которым мы теперь присоединились. Капнул вахеры. Не понимаю, что происходит. Я его подставил и предал. Он об этом еще не знает. Никто не знает. Из-за того, что я их предал, я один перебежчик, двойной агент и все такое. Двойной агент среди супергероев, который выглядит как Эдсо из Assassin's Creed.
Не суть важно, короче. Короче, как-то так. Продолжим когда-нибудь, я не знаю когда. Ничего обещать не буду, потому что вы знаете, то, что у меня график по выкладыванию серии совершенно ебанутый, поэтому вот, как-то так. В общем, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео обязательно, чтобы не пропускать новые серии. И, собственно, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости о канале, о стримах, потому что в основном сейчас я стрим выпускаю, а не под запись. И все такое в этом духе. Вот, короче, всем удачи, всем пока!